Всероссийского конкурса хореографических коллективов на призы редакции газета «Труд», дипломант Всероссийского фестиваля «Здравствуй, мир» и Международного фестиваля «Золотая амфора» в Греции Максунов Сергей, город Новокузнецк. Чемпион Сибири по брейк-дансу, участник всероссийских и международных батлов, педагог-хореограф танцевальной школы «Пространство», а также детского лагеря «Юбилейный» Глебов Александр, город Новосибирск. Конечно же, в центре этого трио главный организатор чемпионата, известная танцовщица Судакова Ангелина, город Новосибирск, Смоленск. Ангелина, лично от себя скажу вам на сцене при всех зрителях, я всегда любил вас за эксперимент. Я думаю, аплодисменты этому подтверждение.